Магний, фосфор, йод, железо, калий, цинк, витамин А, С и многие другие богатства носит в себе яблоко. И вот сезон этого вкусного и полезного фрукта настал. Так, по крайней мере, считалось с древних времен. Ведь 19 августа – один из главных праздников урожая. С древних времен на Руси яблоки считались символом богатства. Сегодня в Яблочный Спас мы приехали на Одинцовский рынок. Расскажем вам про разные сорта этого вкусного плода. В середине августа на рынке можно приобрести такие сорта, как Антоновка, Семеренко, Мельба и Белый Налив. Кстати, они здесь самые востребованные. Услада и земляничная, которые привозят из южных регионов России, тоже не отстают в популярности. Эти яблоки отличаются не только по цвету, также отличаются по сочности, по содержанию сахара. Кто-то любит покислее, кто-то любит более сладкие, кто-то любит более сухие. Тем более для каждого кулинарного блюда, будь то шарлотка или яблоки с медом, или смузи, для каждого этого вида рекомендуются определенные сорта яблок. Одно съеденное яблоко заменяет визит к врачу. Но не стоит забывать, что есть сорта, в которых много кислоты. Она может быть противопоказана при некоторых заболеваниях. В таких случаях выход есть. Если приготовить из яблок шарлотку, то фрукт станет диетическим. Для теста понадобится 8 яиц, 400 грамм сахара и 400 грамм муки. 800 грамм яблок, их нужно тонко нарезать и выложить в форму для запекания. Мы будем выкладывать в форму, заливать тестом, которое мы сделали, и будем запекать в печи. Выпекать при 160 градусах в течение 40 минут, а потом увеличить температуру до 180 и оставить на 20 минут для вкусной корочки. Вот у нас получился в итоге такой замечательный пирог. Всем приятного аппетита. Поздравляю вас с Яблочным Спасом. Эмилия Аракелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».